Да. Угу. Так, ну, читаем код. Что здесь? Вот, the mask for an image to specify the transparency in different parts of the image. The two images are blended together using the mask method of binding. Выкладывается, да? Mm. Ну-ка, допустить. Надо. И где? Mm. А можно попробовать менять рисунки, да, получается? Так, он получается, можно размеры попробовать менять, да? Это. На Global Image. Так, а где, как загружать? Вот Width делить на 2, Height делить на 2. Вот здесь Load Image, имя файла. Надо посмотреть, где этот файл лежит. И вместо него поменять. Ну, не сейчас, да? Вообще говоря. Но этот код нужно копировать потом. Да, 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 можно сохранить куда-то. Надо посмотреть, где он лежит вообще. Альфа-ма. Это вот полупрозрачная маска получается, да, на это. Так, дальше. Values for storing values. In this example, change the values of variables to affect the composition. Он здесь просто сразу ставит, да? Просто смайлик. Он просто, говорю, без динамики, да, получается? Просто обычным смайликом. Да. А вот с динамикой интересно посмотреть примеры. Двигающиеся. Здесь можно. Такое, это, да? Так и я могу, как говорится. Так, масс. Так, что здесь? Simple animated texture. Here's the third dimension. Yeah, this triggered this time. 3D шум, да? Ну-ка, если что запускается. Это интересно. Туман, что ли? Это шум, получается, да? Он там меняется, да, получается? Да, он постепенно меняется. Он там есть update pixels. Может, какие-то параметры уже здесь поменять, посмотреть, что получится. Хорошо? Да. Надо с этим примером поиграться, поменять что-то такое интересное, отличающееся от того, что было, получить. Попробовать. Дальше что интересного есть? Так. Mass shape. Get child. Так, что здесь? Это вот страна, штат, получается. На карте, да, он? Можно поменять, попробовать. А, вот это найти надо. USA, Википедия, SVG, другую попробовать загрузить, да? Yes, Википедия, SVG. Как он нашел тогда этот штат Мичиган? Что-то Гайя, это как он нашел? Охайо. Может, другие карты загрузить надо, а? Пробовать поменять, а? Можно. А, да. Нет, вот здесь, оказывается, есть, да? Wolverines.
Ну, кажется, это, да? Здесь числа, что означает, надо посмотреть. Минус 600, минус 180. В обоих одинаково, да? Что-то. Да, Охайо, Мичиган. Шейп. Минус 6. Надо посмотреть, что это означает. Шейп документации покопаться. Здесь тоже full map. А, USA целиком рисует, да? Потом Мичиган. Надо с другими числами попробовать порисовать, что будет. Shape transform. Ну вот rotate, да? Свой. Simultaneously in the x and y axis transformation. Data additive success requirement. Can you understand English text? Not so well. Using this processing. I'm trying to understand. Would like to train all of you to work with English documentation. It's rotating, huh? Yeah. Try to change some values. For example, sizes of these sheets, huh? Angles, yeah. Speed of rotation. Okay? Yeah, okay. Sheets. Not bullshit. Sheet of the sheets of paper. Bullshit. А можно на человеческий наш русский, а? Он ругается. Вот трансформ. Интересно, остальные тоже посмотреть. В общем, надо вот эти примеры попробовать поменять, посмотреть и свои составить, да? Вот он с сайта, да, загружается, получается, да? Image. Скорее всего, да. Угу. Значит, надо какой-то другой попробовать его подсунуть. Посмотрим этот последний пример. Что такое? С интернета качай, да. Угу. Открылось вроде, да? Цикл, говорит, да? Просто разрисовывает. А, он один и тот же рисунок много раз поставил, да, получается? Да. Может, range поменять? Не 5, а 3 сделать. То же самое, что ли? Что, ничего не поменялось, да? 8. Ничего не меняется. Может, остановиться потом? Нет. В общем, надо поменять некоторые пары. Size можно попробовать поменять, да? Демос, вот демосы обычно красивые получаются, демос. Графикс. Ага. Тентаклс. Бокс, клок. Так. Это вот тентаклы. Ну-ка, тентаклс. О. Это интересно. Угу. Теперь надо его по-другому заставить двигаться. Как в примере. Вот это интересно. Угу. Тентакли. Так, сегмент пари. А, может, это один пример из нескольких состоит, да, получается? Сверху, да, они подключены, да, импортированы? Сверху... Нет. Это сам вот этот тентакл. Импорт.
Синтакова. Вот здесь, наверное, а вот есть. С первого, да? Да, с вот первого класс Tentacle. Синтакова. А в нем сегмент подключен, да, получается? Сюда сегмент. А здесь и сюда Tentacle. Вот это вот интересный тренажер, чтобы с кодом ковыряться. Что-то такое красивое выходит, а то в обычных системах, фреймворках, оно выходит, но не такое красивое, да? Здесь один только код. Угу. Да. При нажатии что, форма меряет, что ли? Нет. В общем, надо смотреть этот код, попытаться понять, что он делает, и попробовать изменить. Ясно, да? Да. Надо вот учиться читать чужой код. Прежде чем писать, надо научиться читать. Да. Еще и научиться самому писать. Ну, сначала научиться читать чужое, а потом написать свое. Чукча уже не читатель, Чукча уже писатель. Вот анекдот слышали? Так, гесты, да? Жесты, да, получается? Так, здесь класс век, from век, век. Это векторы. Интересно, да? И все, разошлись. Не разбегается. О, сверху, вот. Вот этот пример надо поменять, посмотреть, там, чтобы... И погнали. Интересный пример, да. Но сложный. Тут много всего написано. Вот как раз хорошо, когда вот сложный, интересный пример. Что-то менять, и вот он раз и ломается, да? Раз и сломал, и все, больше не восстановил. Надо исходный сохранить. Так, здесь еще performance. Что здесь? Text rendering. Смотрим. Здесь простенький пример. В общем, надо будет эти примеры. Вы между собой, может, поделите, какой кто будет изучать, описывать. Хорошо? И вот... Ой, это текст, что ли, так мелко, да? Да, оказывается, в консоли выходит. Современное искусство, да? Да. Это что такое? Hello, походу, здесь текст. Везде hello. Да. Хорошо, между собой поделитесь. Кто что будет это ковырять, что-то менять. И хорошо, это вот хорошая тренировка по чтению чужого кода, да? Если научитесь читать чужой код, важнее, чем писать. Писать всегда можно, сначала надо уметь прочесть. А? Так, что еще тут есть? А это самый первый пример, да? Получается, вот эллипс он рисует, середину берет маус X, маус Y, да? То есть центр мыши. Можно вместо эллипса тогда что-то другое рисовать, да? Mm-hmm. Или вот размеры эллипса можно поменять. Не 100 на 100. А, то есть здесь круг, да, если 100 на 100. А если эллипс сделать настоящий, чтобы разные были. Попробуем. Надо попробовать, да. Интересный тренажер, да? Да. Интересно. Зато после этого любой чужой код легко будет читаться, да?
И даже пример на английском. Сейчас прям попробовать можно. Где он был, пример? Попробовать, извините. Да, не 100 на 100, а 50 на 100, да, допустим. Может, вот здесь поменять? Нет, сетап это размер экрана. А, и размер экрана тоже можно поменять, да? Не 400 на 400, а как-то побольше, эллипс. Может быть, да? Ну, вот в эллипсе. Угу. Можно цвета поменять. Ну. Не эллипс. Эллипс. Получается, по X он уже, чем по Y, да? Можно наоборот сделать, чтобы по Y был меньше, по X больше, да? Угу. Ну, как монеты, да, стояли? Можно маус X плюс, допустим, 20 сделать, да? Или маус X умножить на 1.5. Он в другом месте будет появляться. Можно сразу два эллипса, да? Чтобы... Угу. Что там? Запустить надо. Отступы. Сейчас сразу по два будет. Один большой, а другой маленький. Там прямоугольники есть, интересно? Процессинг надо. Вот rectangle. Rectangle. Да, погуглить processing rectangle. Wow. В этом браузере. Погуглить, написать processing rectangle и посмотреть, какие параметры вбиваются. Rectangle как пишется? RECTANGLE. Вот. Very global name rectangle. Нет, а там в этом rect, да, как есть вот rect. Rect mode. Он в help видно сзади. Здесь? Да, надо зайти посмотреть, а что туда вводится. Rect. Example, да. Rect. Оказывается. Попробуем. Тоже 4 числа, оказывается, да? Есть. Угу. Другие фигуры надо поискать. Сейчас эллипс с этим рисуется вместе, да? С прямоугольником. Да. Что еще? Какой? Какие фигуры были? Триангл. Да. Октагон. Как шестиугольник. А вот в процессинг, если зайти, там, наверное, есть вот rect processing зайти, там есть другие эти тоже фигуры. Вот как раз хороший навык работы с документацией будет. А? Понятно? Какие другие фигуры есть?
Arc, ellipse, line, point, quad, quad, square. Ну, вот, надо все их перепробовать. Square это просто rect function. Square это квадрат, да, по-английски? Да, площадь. Да, площадь. Площадь area. А, в смысле площадь это, да? Которая на улице, да, сквер? Да, 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 да. А так площадь, в смысле квадратных метров, это area. 8. Вот вам тогда групповое задание. В процессинге проанализируйте, какие примеры интересные есть. Разбейте, и каждый пусть поковыряет свой пример, объяснит, что там делается, вот по хелпу прочитает, и попробует изменения внести, чтобы это было интересно. А? Давно не было групповых заданий. Не было. Ну вот, с Vue.js сделали. Vuetify. Да, да. Ну теперь с процессингом. Групповое задание, хорошо? Хорошо. Координируйтесь между собой. А? Хорошо. И будет. Это хороший тренд. Вам надо будет, как программистам в будущем, научиться работать с англоязычной документацией, потому что все время же новое что-то появляется. Да? А как будете узнавать, как с ним работать? Ждать, пока русская документация появится? А? Пройдет 2-3 года, да? Она даже сейчас работает, если, например, да? Вот, поэтому вот, умение работать с англоязычной документацией очень важное. Это вот как учат плавать? В воду бросают. Вот я вас бросаю в воду. Так, еще какие там интересные примерчики есть, посмотрим. И между собой вот так поделите, хорошо? Сможете же самоорганизоваться, да? Да. Даже вот этот элементарный пример, каждый может разные фигуры освоить, да? И там еще есть с анимацией примеры. Ну-ка вот демосе, анимейшн есть какой-нибудь? В примерах. Вот этот перформанс, что такое перформанс? Явление, да? Где? Вставление. А вот трансформ тоже можно посмотреть, в трансформах. Так. Rotate, push, pop. Да, посмотрим, что за rotate, push, pop. В общем, до этого я сейчас выложил видео с другой группой. О, интересно, да? И они вот делают пример и потом объясняют каждую строку. Понятно? Вот с вас теперь это. Вот представьте, что я ваш начальник, да? И вот буду требовать не просто, чтобы где-то с интернета стырили, да? А чтобы объяснили, как оно работает, да? И если можете объяснить, то значит можете что-то другое сделать, да? Ясно? Да. Сейчас я буду ваш злой начальником, она, да? Начальник. Что ты ругаешься, начальник? Вот ругаться буду. О, вот это тоже интересно, да? Вот здесь можете разные скорости давать. Чтобы он туда-сюда двигался, да? Интересный пример, да? Да. А, он обратно. Или это сначала, да, запускается? Количество здесь можете поменять. Фигурки движущиеся, летающиеся, разные сделать. Хорошо? Угу. Много вот чего. Рекурсия интересно, наверное, будет. Рекурсия.
Рекурсия — сложная тема. Да. Вот эти фрактал Мандельброта видели, да? Вот. Он повторяет тебя, да? Да. Фрактал Мандельброта в Ютубе попробуйте вбить. В Ютубе. Не закрывая процессинга. Вот в Ютубе. В браузере. Фрактал Мандельброта. Один человек на основе этих фракталов сделал фрактальную антенну для суток и стал миллионером. Вот какой-нибудь беззвучный можно. Это он на C, что ли, пишет, да? Вот формулу, да, простую пишет. И потом это на OpenGL C он пишет. Вот этот всего лишь код какой, да, сейчас посмотрим, что он, вот это он нарисовал, да? Вот этот маленький код столько всего нарисовал, а? Если приближаться, смотрите. Еще дальше можно приближаться, приближаться. А все это рисовал вот этот маленький кот. А? Интересно, да? Сложно. Вот. Так, сложно. В общем, я просто хотел расширить кругозор. В общем, пройдитесь по этим всем примерам. Хорошо? И... вот по ним вот нужно будет объяснение, вот если интересные примеры есть, что как работает и что поменять. Хорошо? Вот между собой распределитесь. Групповое задание. Так, еще хорошо. Что интересного есть? Вот Basics он обучает, получается, да? Topics покрывает задание. Вот геометры, например, да? Геометры, это у нас вот Icosaeder, да? Shape Transform, преобразование формы, да? Тут много чего. Вот. Не любил я геометрию в школе. Потому что не дали процессинг, да? Можно поменять разные формы. Так, теперь вот Icosaeder попробовать. Icosaeder. Красивая фигура будет. Icosaeder. 20-угольник. О. Это интересно, да. Pushmatrix. Feel, no feel, feel, feel. Как раз английский тоже подтяните, а? Да. Они все трое по-разному крутятся, да? Да, еще по-разному крутятся. Надо посмотреть у каждого, где управляющий код. И frame поменять. Count, X, rot, Y, 2, тут 3. Тут один. Угу. Надо нам еще только на английском говорить. Нет, говорить можно на русском с английскими словами. С английским акцентом говори. Запарили. Алды уже запарили, будете говорить. Слышали это?